Содержание статьи «Как сохранить планету?» Пока ты жуешь свой воскресный бутерброд, ясное дело, что тебя ничто не беспокоит, но скоро ситуация может конкретно измениться. Согласно исследованию ученых, которое опубликовал научный портал New Scientist, современная система производства продуктов питания способна обеспечить только 3,5 миллиарда человек. Если в скором времени не произойдет появление инновационных технологий в сельском хозяйстве и животноводстве, около 70% населения нашей планеты окажутся за чертой голода. Тем не менее, на первое время достаточно будет провести некоторые реорганизационные мероприятия, которые позволят обеспечить продовольствием около 10 миллиардов человек. Как сохранить планету? В первую очередь это относится к уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, ограничение использования азотсодержащих удобрений в сельском хозяйстве, уменьшение темпов вырубки тропических лесов под посевы, более экономное использование пресной воды для ирригации, сохранение общего биоразнообразия Земли. После изучения текущей ситуации в сельском хозяйстве, ученые пришли к неутешительному выводу, что более половины современных агропромышленных производств работает с критическими нарушениями этих требований. Особенно это касается производств в Китае, Африке, части США и Центральной Европы. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.